Вначале сидели дома, с дедом занимались, потом открылся футбол, легкоатлетика и бассейн, и мы начали гонять бассейн на легкоатлетику и еще к Михаилу Ивановичу. Еще что? Еще к Михаилу Ивановичу начали гонять. А, еще к Михаилу Ивановичу начали гонять. А что делает Михаил Иванович-то? Учит нас футболом. А, как раз футбольный тренер, да, Михаил Иванович? Максим. Да. Еще ко мне сегодня придет этот, как его, Соболев. Ты не пали нам контору, Соболев к нему придет. Ну да, Соболев придет. Ты понимаешь?